21 номер. Поль Погба, 6-й. Андер Эррера, 21-й. Генрих Мхитарян, допустив предсезонку, Криштиану непонятно, в какой форме находится. Так что он будет только набирать. Мы надеемся, мы ждем настоящий европейский крутой футбол, который... Валенсия, крайний защитник Манчестера. Опасный момент сразу. Там заканчивается, а Лукаку тут как тут. И это было опасно уже на первой минуте. Манькома еще по чемпионату Англии. Свеча зажигается на штрафной. Опасно! А почему там заснули? Цин оказался Поль Погба. Он пропускал мяч за спину и... И тот лег. Смотрим. Пульпу тоже может на это звание претендовать. Мхитарян, здорово! А вот это желтая карточка! Или симуляция! Видеоповторы не действуют в финале. Ну, в матче за Суперкубок. А вы знаете друг друга. Кросс, подача в самый центр, удар, перекладина! Друг в составе Реала. Как он подстроился под мяч. Роман Абрамович именно тогда заразился этой игрой и принял решение купить Челси. Ой, Манчестера, Погба! Пас нужен! Нужен пас! Он бьет вместо этого самый возмущен Хахаля. А вот дальше слишком поверил в себя. Очень плохой вынос Казимир. Рози и перекладина. И еще вот такой удар. Он тоже хрестоматийный матч этих команд в 2003 году. Иско! Иско! В 2003. Мадридский Реал, так вот, почему тот матч считается классическим? Ну, потому что действительно команды показали. Полузащиты практически вжаты друг в друга у Манчестера. Опасно! 1-0! Геро! Черный квадрат. Давайте выясним. А, ну, все-таки, наверное... Ну вот. От Кровахали шикарная передача, тем не менее. То поднять он успел, показав об офсайде, который, возможно, был. А вот встретим и жеребьевка, и суперкубок, и лазурный берег. Офсайд. Но, наверное, с футбольной точки зрения мы можем назвать экзотическими. Ну, вот здесь меньше походи. Эррера, Лингард. Будет разыгран. Нет. Подача. Матич! Матчей много. Матчей много. И должно всем хватить. Но игры использовал. И, например, знаменитый... Ух ты! А вот это привоз! Но там офсайд. Тайный офсайд, но тем не менее считается. Ну, вот, но уже не у своей штрафной. А здесь. Эррера. Выпадет Погба! Нет, это Лукаку! Дальше передача на Погба! Ну, что он сделает? Покатит! Ну да, он в дальний. Тренировал как раз Жозе. Мауриньо. Удар издали. Мауриньо предложил. И снова Валенсия. Неутомимый, бойкий Валенсия. Мхитарян не попал немножко в футбол. Но целая линия обороны Манчестер Юнайтед. Бензема, игра продолжила, удар, Дехея. Так, Матич. Модрич-то тоже из такого теста, он ван. Опа, навес, и удар поворота. В лиге забил 25 мячей, и по этому показателю уступил только феномен. Интересно. Ну и потом мы вернемся сюда же, в Скопье, в столицу Македонии, чтобы продолжить. Итак, состав Реала при обороне Серхио Рамос. Было похоже, что Манчестер играет с тремя центральными. Да и сейчас, смотрите, играть той команде, которая осталась с мячом. Арбитр, удар и Дехе. Эх, как он хлопнул. Латарян выходит, но плохо выходит Марсело. Обокрал Хитаряна, бьет и с внешней стороны. И помните момент, когда он вполне мог получить желтую за симуляцию в эпизоде... Иско. Иско. Здорово! Можно забивать второй! Нужно! Тайм с одной целью. Продолжать, как они после 45 минут имел счет 1-1, а закончился 4-1. Комбинация и вываливается Иско. Ну вот, куда эти три защитника центральных? Ну и вы помните, что Мадрид была бита.
такая простая. Как две котлеты следовали за этими победами. А вот ответ и на вас. А здесь что? Поле остается только забивать, кажется, в этой конфигурации. И он... Ну, второй момент, конечно, больше заслуживает критики, потому что тут-то Лукаку надо было... Решфорд занял по позиции, заменил Лингарда. Опасный момент, перекладина. И что же есть? Вы знаете, такая фрагментарность и как будто бы случайность. Вот продолжается. Прострел, удар, лежа. Шик. Насколько это может быть в матче? Решфорд вдоль штрафной. Матич, удар. И надо на добивание играть, надо. И возвращается в этот матч Ромелу Лукаку. Да, это в клубе в Челси, но там она не задалась. И поэтому он отправился путешествовать по командам помельче. С этой позиции в полуфинале Кубка Англии он ударил точно в девятку. Но и здесь шел и как будто всю жизнь играл в этой команде. Внимание, Матич. Понятно, что он уже освоился в Англии. Вот так это было совсем недавно. Ромелу Лукаку открывает счет своим голам от мадридского Реала. Навес! Опасно! Вот ради чего выходит. В разной степени бывает. В матче за Суперкубок Англии мы видели, Матич и тут подсуетился. Но вот здесь он бил на Филайни. Пас на Мхитаряна. Мхитарян низом. Здорово! Забивать надо! Удажать! Карим Бензема, его встречает Дермиан. Бензема убрал с дороги защитника. Правильно, футболище похоже. Умнейший Генрих Хитарь.